Спортивная школа Олимпийского резерва номер 3 получила федеральную субсидию на покупку нового оборудования. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». Борцы получили футбольные мячи для тренировок. В отделении бокса поставили татамы и тумбы для запрыгивания. Воспитанники отделения легкой атлетики смогут использовать на своих занятиях брусья для отталкивания, планки для прыжков шестов и в высоту. А у триатлонистов появились шоссейные велосипеды, комплектующие к ним и многое другое.